Эти мобильные аттракционы за лето побывают в самых разных точках муниципалитета. В июне их будет 56. В остальное время на площадках будут работать вожатые. Формула проста. Ребенок приходит во двор или другое традиционное место встречи, а там молодые люди со спортивным инвентарем и идеями игр, конкурсов и других развлечений. И на дворовых, чем занимаемся мы, и в клубных учреждениях, и при школах. Это все важно, очень необходимо, чтобы наши дети были заняты, были всегда под присмотром. Тогда у них не будет возможности совершать какие-то плохие поступки. Площадки организует муниципальный молодежный центр «21 век» в координации с органами территориального общественного самоуправления. Сезон открыли в 12-м микрорайоне. Микрорайон большой, детей очень много. Выросли, допустим, наши дети. Тогда таких мероприятий не было. А сейчас уже все процветает, все что-то развивается, новые аттракционы, новый аниматор. Поэтому наш микрорайон очень рад. Во-первых, я хотела бы сегодня поздравить всех с праздником, поблагодарить администрацию города Сергея Павловича за то, что оказывает такую большую заботу о детях. Поблагодарить 21 век. У нас мы с ними постоянно хорошо контактируем. У нас все буквально праздники. Здравствуй, лето. Здравствуй, школа. Новогодние праздники. Масса праздников. Мы в тесном сотрудничестве только с 21 веком. Площадки будут работать на постоянной основе. С наступлением лета город переходит на курортный режим. Большая часть сил брошена на организацию отдыха. Можно сказать, что такие мероприятия обеспечивают тылы. Детям не скучно, а взрослым спокойнее.